Ах, я так устал, это просто трындец какой-то. Давай, мне кажется, я в спячку впаду на 100 лет. На 100 лет? Я вообще сейчас на 200 лягу и не проснусь вообще. На 200, а я на твой канал себя заберу и буду ролик снимать. Ты спи давай. Ты что, нет, тогда не буду спать. Все, я вот хочу лечь спать. Ладно, не переживай, поспим. Утро мудренее зимы, или как там говорится, вечера. Я не знаю, как говорится. Короче, я просто хочу спать как можно быстрее. Я капец, я так устал. Просто бегом, бегом. Все, кабанчиком давай. Давай, кабанчик, выключай свет. Все, я сразу в кровать, короче. Все, спокойной ночи. Я давай. Тоже, давай. Ага. Ну и на этом все. Мы пошли спать, и ролик заканчивается. Всем удачи, всем пока. Ну ладно, я шучу. Я просто хотел напомнить то, что внизу есть две кнопки. Это кнопочка лайка и кнопочка подписаться. Вот, мне будет очень приятно, если ты нажмешь на эти две кнопки. Тем более, сейчас действует акция, то что лайк и подписка абсолютно бесплатные, но ты все равно не нажимаешь на них. Это как? Ну, вроде они легли спать. Наконец-таки я могу протестировать свое новое изобретение. Ладно, надо действовать как можно быстрее. Все, так быстро. Так, значит, у меня все просчитано, все готово. И мой переместитель тел 3000 готов. Мой родненький, я над тобой работал очень долго, и сейчас пришло время протестировать тебя. Так, запускаем его. О-хо-хо-хо. Так, и меняем их тела. Кто там стучит? Лёха, иди открой дверь! Блин, капец, ну почему, как обычно, я должен вставать? Иди что-то делать! Господи, так, ладно, все, что там, блин, доставка еды, что там, доставка шаурмы, доставка чебуреков, здравствуйте! Оу! Ё-моё, здравствуйте, ребята, а вы кому? Какие нахрен ребята, а? Ты пакет! Ты гони шлем, ты куда его это спер, а? Быстро отдал шлем, ты пакет от Макдака, а? Отдай шлем быстро! Вы, наверное, меня с кем-то путаете. Пакет это Леха Джел. Я его сейчас позову, вы с ним поговорите. Сейчас. Слышь, ты куда пошел? Ты пакет что-то отмазываешься. Все, ты больше не убежишь, шлем гони быстро. Что я? Да я волк, вы это понимаете, я... Волк. Что? Как это я пакет? Подождите секундочку, подождите меня, я сейчас вернусь. Это что за фигня? Стоп, реально пакет, реально? Что? Почему я джел? Так, может это сон? Так, да, по-любому это сон. Блин, глаза даже коричневые, хотя они у меня голубые. Слушайте. Тут такая неувязочка вышла. Дело все в том, что на самом деле я волк, а пакет, он живет вон в том доме. Давайте я сейчас его позову, там вы с ним поговорите. Ай, не бейте меня, я не знаю, где ваш шлем. Что за звуки, там не понял. Только не по бубенчикам. Что происходит? Кто это? Больно, ай. Не понял, бегу на помощь. Так. Лучше ли вас, бандиты недоделанные? У меня есть, что у меня есть? Ружье есть! А ну все стоять! Ушли из моего дома быстро! Вы негодяи! А ну пошел вон! Брат, ты смог! Ты убежал из этого места и убежал из Саратова! Какого Саратова? Ты чё, блин, сделал? Ай! Что ты делаешь? Брат! 100 лет не виделись! Какой я тебе брат, блин, ты чё, нормальный? А ты посмотри на себя, вот ты поймешь, кто я такой. Что? Почему я волк? Я был красивым самым человеком! Что со мной не так? А я был волком, самым лучшим, самым офигенным, а стал человеком! Что произошло? Да я не знаю, что произошло! Это ты что натворил? Почему иди? Отдай мое тело! Отдай мое тело! А какое? Я три гопника, блин, отпердохали! Ты что, кто это был вообще? Какие гопники? Это байкеры, я их узнал, я их вчера видел! Почему меня они меня избили, блин, я не понял. Пришли тут на порог. Так я вчера возле бара байкерского проходил, а у него там красивый шлем такой был. Я решил на память себе его украсть по-тихому. Я не думал, что они найдут меня. Ну зачем я тебя теперь уже? Сейчас покажу, подожди. Сейчас я его спрятал за диваном. О, ты офигеешь. Понравится стопудово. Какой шлем? Меня?
три байкера отпердохали ради одного шлема? Слушай, я тебе на память подарю его, оставлю вот такой. Я сейчас этот шлем, знаешь, куда запихнул? Он очень красивый, посмотри. Какой красивый? Ты что нам делать теперь, блин? Красивый. Ты понимаешь, что я это, ты это я, блин, мы поменялись телами. А что нам делать теперь? Я откуда знаю, блин, это ты сделал, да, рассказывай, нет, а? Нет, я только шлем у них украл, и все, я не думал, что они найдут меня, тащи тебя, и все. Блин. Ладно, я хорошо. Ничего не делал, я только спать лег и все. Трындец, да сними ты этот шлем, ты уже елки-палки, надоело его носить. У байкера его стащил. Ага, короче, предлагаю так. Мы попались в какую-то ловушку, и надо что-то делать. Короче, точно! Я предлагаю так. Я знаю, это ведьма. Все, ведьма виновата. Я смотрел фильм вчера про ведьм. Это ведьма. Ага, ведьма. Еще гномы скажи. Блин, как неудобно, конечно, в этой кофте. Жарко в ней. Как он вообще в ней ходит, я не пойму. Эй, Леха, а ты как ходишь в этой кофте вообще в ней? Жарко, трындец какой-то неудобно. А у тебя вообще футболка? Вот, смотри, есть. Чешусь. Блохастый, что ли, ты, да? Какой блохастый? Я вообще-то нормальный. У меня прививки есть от бешенства, от всего. Так что не надо мне тут это ничего говорить. Нету. Давай мне мое тело. Давай. Как я его отдам, блин? Ты что, нормальный? Может, к врачу обратиться? Пересадка как-то тела, я не знаю. Ага, да, мы к врачу обратимся. Нас сразу в дурку сдадут. Ты что? Придем. Мы поменялись телами. Я не знаю, что делать. Блин, у меня столько много дел было запланировано сегодня. Почему? У меня тоже. У меня миллиард дел. Ага. Вот одно даже было важное самое. Сидеть на диване и пердеть. И все, у тебя было дело. И что? Это важное дело. Ага, важное дело. Нам надо что-то придумать. Я не знаю, что делать. Блин. Так, ладно. Можно, в принципе, может переодеться. Есть как-нибудь. Есть план какой-нибудь. Что такое? Звонит. Дед! Это мой телефон! Дед! Это мой телефон! Это мой дедушка, блин! Алло, дед, привет! На громкую связь, да ты разговаривай, короче! Алло, дедушка, привет, а что такое? Алло, это Паша, что ли, или что? Я не понял по голосу. Внучек, это самое, картошку приезжай копать, вот, нужна помощь. О, картошку? Слушай, дедушка, а может это как-нибудь потом, через недельку, там, две, может... В смысле потом? Не понял, как потом. Ну, дедушка, сейчас такая ситуация, то что, я вообще никак не могу приехать. А я в жопу ситуация? Да-да. Картошка это святое, быстро взял жопу в руки и пошел копать картошку ко мне. Блин, все, мне хана. Слушай, дедушка, а если со мной сегодня мой друг приедет, Леха, Джел, ничего страшного же, да, будет? Лех, ты ж приедешь, а? Леха, приедешь, а? Да, приеду я. Да, вот, Леха тоже приедет. Ну, хорошо, бери этого болтуса тоже, будете работать у меня. И чтобы через час приехали прямо сюда. Ехать, мы же с тобой телами поменены. Как мы поедем? Ну, я не знаю, как-нибудь подыграем. Там, тем более, дедушка у него там, проблемы с памятью. Думаю, что-нибудь придумаем. Я тебя сейчас не добью, понял? Да хватит мне пить-то. Так, давай, ты это самое лучшее. Готовься, как это будешь играть меня. Потому что у нас есть ровно час. А то трындец, дед что-то заметит еще. Так, слушай меня внимательно. Ты Паша Флейзин. Дедушка моего зовут еще Дима там, дедушка Дима. Понял, я Паша Флейзин. Да, ты Паша Флейзин. Короче, у нас голоса разные, поэтому давай я буду озвучивать тебя. Ты, главное, открывай рот, да чтобы... Да все равно старенький не заподозрит, что он там сидит в своей коляске, наверное. Не, ты не знаешь моего деда. Ему хоть 97, но он еще умный. И он капец умный. Какой, это, знаешь, короче, да, умный, все ты задаешь... Лишние вопросы. И где он? На крыше. Видишь, я же говорю. Крышу ремонтируют, нифига себе. Деду 97 лет, таблетки вообще не пьет, а ему хоть бы хны. Ну, я помню, он сальтуху у тебя офигачил там даже. Это да. О, так, ладно, ты, Паша Флэйзи, я Лёха взял. Он нас заметил, кажется. Привет, дедушка. Привет, дедун. Да, здравствуйте, дедушка. Привет, дедушка, как дела? Ах ты, ё-моё. Не хотел работать у меня. Значит, картошку тебя прошу помочь посадить, а ты отказываешься, балбес ты, блин. Хотел я все, хотел. Ага, хотел. Что ты меня тут обманываешь? Вот не то, что Жел согласился сразу. Да, дедушка, извини меня, пожалуйста, я это самое. Все нормально, сейчас пойдем картошку купать. А, кстати, какую картошку-то пойдем копать? Какую картошку? Вон, ты что, забыл уже родные земли, которых рос, ты что? Господи, дебил какой! Ой, дедушка, прости!
Ладно, мы сейчас это управимся, все быстро, все нормально будет. Паша, стой, иди сюда. А что происходит-то? За что он меня бьет? Ну, дедушка у меня такой, просто, ну, знаешь, это воспитывает меня, вот. Воспитывает? Я не хочу больше быть тобой, давай меняться. Да нет, Леха, ну потерпи, еще пару ударов, это, примешь, привыкнешь потом. Так что это самое, давай, ноги в руки и пойдем копать картошку. Давай, я черт, только сзади подальше буду держаться от него. Давай, аккуратней там. Эх, ё-моё, эх, да блин, капец, Леха, подай лопату, а? Леха! А куда он свалил? В смысле? Ай, ладно, буду один копать картошку. Трындец, что за друг, блин, попросил его помочь? Эх, грязь это все. Не понял? Вот сейчас вообще не понял ничего. Это что за покемон там? Ё-моё, сейчас, эй, секундочку. Паша! Ты что сделал? Готов работать? Я немного приодел тебя, а то это жесть, оделся блохастый, чесался, валялся, не мог нормально ходить. Тут смотри хотя бы, красивый теперь стал. Так, ладно, хорошо, окей, одежду ты сменил, а где моя одежда? Желтая. Вот твоя одежда теперь, красивая. Ну в прошлое там этому, ну там рядом бездомный сидел такой, и бездомный Валера, он попросил что-нибудь дать ему, я вот одежду дал, все равно не нужна ему по идее, мне точнее, а тебе нужна, и ему. Ты мою одежду отдал бомжу Валере? Ну она грязная была, она и вонючая была, чесалась, а это красивая, тем более мне желтый цвет не идет к лицу, а я сегодня... Это лимитированная одежда была, ты что сделал? Ты это специально заказали мне, ты... Да нормальная одежда, смотри, фиолетовый цвет, ты что? Фиолетовый номер один цвет всегда. Я тебя сейчас закопаю вместе с этой картошкой, тут ты мне... Ты быстро выглядишь, хорошо. Да ладно, подумаешь, отъехал на 5 минут, я все равно делу твоему не нравлюсь. Хорошо, Леха, сейчас я отомщу. Чего тебе, хорошо? Паша, ты куда? Не торопись. Куда едешь? Я вот сейчас поеду, Леха, это метание сейчас будет. А вот если тоже что-нибудь поймаю в твоем стене. Нет, да ты мою одежду оставь, она красивая на самом деле. Ну я ее долго искал. Пошел в попу, нет, я отомщу тебе. Паша, иди сюда, я машину вижу. Паша, ты тут? Я уже устал бежать. Паша. Ой, Лех, ну привет. Как у тебя тут дела? Что? Я не вот понял. Переоделся, а ну, это одень твой меня, новый... Одень меня, люди увидят все! Нет, все, ты вот... Ты что надел? Ты что налепил, прилепил волосы ко мне? Что, это, знакомься, твой новый друг. Можешь его назвать как-нибудь любым именем. Отлепи эти волосы, ты что сделал? Сумасшедший! На суперклей уже сделаны. А это что? Одежда моя горит? Ну, почему моя одежда сгорела? Ты же мою одежду отдал бомжу какому-то. Вот я решил так себе поступить. Ты офигел, она дорога мне. Я в ней всю жизнь ходил. Ой, конечно, конечно. А ну, волосы давай. Не на суперклей. Ай, все, это с тобой новый друг будет жить теперь. Ну, а что такого? Ну, все, вот. Я понял. Я тебя отомщу. Я сейчас такое сделаю. Ты пожалеешь, что так сделал. Я убежал. Я ты охренеешь. Подожди, а что ты придумал? Стой, а вот я покажу тебя! Подожди! Господи, куда ты побежал, Леха? Лех, ты где? О, боже мой, сколько мы бежали! 2 часа, наверное. Ах, блин, только он что-то быстрее, чем я. Так, стоп, секундочку, может он меня в полицию сдал, а? Ах, ну вроде там никого нет. Так, блин, куда он? Что он вообще мог додумать? Господи, ладно, сейчас надо просто передохнуть, надо подумать. Это что такое? Это чё, я? Что? Это чё такое ты? Ой, привет, Паша! Я теперь Флэй Зенита! А ты чё натворил? Это... Что тут произошло? Я тебя тамчу! Всё! Не, ну слушайте, операция прошла успешно. В принципе, результат хороший. Ты чё? Вы что натворили, дебилы вы? Я вас тут всех сейчас поубиваю, и тебя тоже поубиваю, ты что? Давай, я на твоем теле теперь. Мне то же самое сделайте, пожалуйста, доктор. Ну что, доволен теперь, да? Я доволен. Доволен. А ты доволен? Знаешь, вот прям, да, я тоже доволен, то, что отомстил тебе, вот. Ну вот и все, вот ты девка теперь. Ага. А ты тоже девка. Трындят, полный яд, Желенита, ты Флэйзенита, тут вообще замечательно. Я не Флэйзенита, это ты потом будешь Флэйзенитой когда-нибудь. Теперь ты всегда будешь Флэйзенитой. Флэйзенита, я вот... Все,
Трындец, вот что это платье, шмать, вот это все из-за тебя, ты это понимаешь, ты, блин, какаха ты! Ты первый начал! Ты первый! Ага, ты жопы нюхаешь, цветы, блин, ты! Опа-на! Ну вот, не видишь, понял. Нас еще забирают, мы сумасшедшие. Поедем сейчас. Да. Японские колокола. Что с вами стало? Вы что, женщины? Стоп, это что это? Рик Санчес, помнишь? Мы, это ты что, ты ученый? Ученый, да. Это... Иди сюда, Рик Санчес. Подожди, Рик Санчес, чокнутый ученый, эксперименты, всякие научные штуки. Это он сделал. Это ты чё? Какаха, это ты! Это ты чё сделал? Мочи я тебе сейчас уничтожу! Иди сюда! Нет, ты убивай, подожди, может, он свернёт обратно ещё. А, ну, кстати, да. Иди сюда, блин! Ладно, синеволосый голубь, ты давай это самое, возвращай нас обратно, чтобы, да. Во-первых, наши тела были нормальные, да. А во-вторых, чтобы не было вот этих вот платьев, шматьев, да. Едонщиков и так далее. Всё, давай, возвращай. Да. Ладно, успокойтесь, я знаю, как это исправить. Ваши тела и переместить из одного тела в другое, только поехали со мной, а то тут я ничего не смогу. Ну ладно, садимся. Мы бежим. Я тоже бегу, да. Я на переднем сиденье поеду. На каблуках вообще неудобно, надо их снять будет. Ох, блин, вот я так и знал, что что-то вот Рик Санчес по-любому что-то сделал. Да, все, зачем вообще это надо устраивать? Ты вообще в своем уме, ты видишь, до чего это дошло-то? Ну извините вы меня, ну это всего лишь эксперименты. Протестировать хотел новые изобретения. Но то, что вы с женщинами сали, я вообще тут не виноват. Это все джел. Его это надо не винить. Я, это вообще уже лично. Да, проблема. Да, это лично. Все, веди машину, давай, быстрее нас это в обратные тела давай возвращай. Ну что, долго там уже, а? Долго-долго. Непривычно в этом теле вообще находиться. Но... А ты привыкай, навсегда останешься. Ага, конечно, это ты навсегда останешься. Там это платье будешь ходить. Нет, не надо меня, не спустя меня. Телами да, меняй. Да, все. Нет, телами меняй. Слушай, а можно это, Рик Санчес, я вам дам $100, а вы, короче, делаете джела навсегда девушкой. Не а надо вот... меня таким. Нет, он шутит, это шутка. Ага, шутка. Что нам делать-то? Так, значит, вы оба, давайте, да, мы заходим в этот покрасочный цех. Что за гаражи все время у тебя, ё-моё, нормальную лабораторию не можешь себя образовать. О, да, нормально. А может, вы не будете выпендриваться и зайдете сюда, чтобы я вам помог хоть как-то? Ладно, идем. Лёха, иди сюда. Офигеть, блин, шайтан, как обычно, шайтан, машина какая-то у тебя. Ну и что теперь? Так, стойте сейчас на месте. Я настрою прибор, чтобы он вас обратно совместил. Главное, не двигайтесь, и все, так. Ну ладно. Блин, вот зачем ты это сделал? Могли бы сейчас просто поменяться телами, и все. А тут у нас еще проблема одна. Да подожди, сейчас что-то будет. Ага. Ой! О! Ура! Получилось! Я джел! Ага, флейзин, да! Подожди, так мы не избавились от всего остального. Что, получилось? Что нам делать-то дальше? Смотри, мы поменялись. Ну, вот, видите, вы поменялись телами, все стало на свои места. Так, вроде все показатели в норме. Мне надо за пушкой сходить, чтобы поменять вас. Давай, ты быстрее, я не могу в этом теле находиться. Тут на каблуках капец, как это больно ходить и сложно. Да ты привыкай, ты теперь на всю жизнь таким останешься. Я сейчас его попрошу, чтобы он меня только превратил обратно, а тебя оставил. Так что не ной тут. Так, вы оба, давайте, становитесь в уголок, потому что у меня только один заряд. Давайте. Эй, так, тихо, ты это самое, давай мне сейчас. Мне страшновато! Мне тоже. Это ж не больно, я надеюсь, да? Ну, конечно, не больно, Паша, что ты мне не доверяешь? На. Эй! Да ладно. Ура! Да! Я человек! Самый красивый! Я тоже человек, я волк, я мужчина, а ты... Богатый, да! Как, зачем ты такие эксперименты проводишь? На тебе! Ай! Ты что, я тебе сейчас это выстрелю за пушкой, ты что, обратно станешь женщиной? Не-не-не! Ага! Все, мир! Мир, да конечно! Ура! Я самый красивый человек! Что? Ну, да, красивый, особенно с этой офигенной волосатиной! Ой! Да ты надоел! Я тебе все, войну объявляю! Войну! А твою одежду никогда не найдешь, вонючая теперь на бомже, Валерия! Ой! Ну и ладно, я зато куплю себе новую, попробую, конечно же. Я тоже! Же. Короче, ребята, данный ролик у нас подходит к концу. Мне кажется, это самый странный ролик вообще на канале. Но... Да. Ой... А где мы находимся-то? Я не знаю, гаражи какие-то. Трындец какой-то. Надо будить этого Рика. Ну ладно, пойдем будить. А вы, ребят, лучше подпишитесь на канал, поставьте лайк. На Лёху там тоже ссылочка в описании. Вот, ну всем удачи, всем пока, народ. Всем пока, чуваки!
Эй, злобный ученый, давай, вставай! Ты чё, просыпайся! Алло! Так, Лёха, буди его! А ты что тут это забыл? Давай, ну, на левый там, не знаю, ролик это нажимай, на правый ролик нажимай. Они очень крутые! Так что, ну, смотри и подписывайся. Эй, крик! Беги!